четверг, 21 мая, в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода. Практически везде пройдет небольшой дождь. Потеплеет. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 20 градусов, ночью 9-11 выше 0. В Сызрани облачно, осадки в виде дождя, днем плюс 20 градусов, ночью плюс 11. Ветер северный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясно, утром дождь, днем плюс 19, ночью 8 градусов выше 0. Северный ветер 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь, дневная температура 19 градусов тепла, ночью плюс 9. Ветер северного направления 6 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 48%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.